кошки. И выпрямляем. Сейчас руки не подставляй, положи, посмотри, у девочек лежат ручки. Давай. Ну куда, Лана? Куда? Надо не резко, надо аккуратненько. Ставь, Лиза, ставь аккуратненько. Не упираемся руками, ручки положи. Молодец, Лиза. Надо не переворачивать. Просто поставить и все. Мира, смотрю на тебя. Давайте 14-й год догоняйте всех. И 15-й там вас скоро вон сделает. Ну да вам все. Ну чем раньше. По-моему, она 15-й надувалась. Маленькая такая. У меня нет анкеты. Хороший же такой. Миллер. Миллер. Я пока, знаешь, собираю по росту их. По возрасту и потихоньку ставлю групповые. Давай. И не переворачивайся. Давай. Ножками надо встать и перейти. Куда ты руки подложила? Выйти. Назад. Ставь ручки. Вот. Все. Не надо голову. Ау. Далее. Далее. Это прям такой прогресс. Ну, такая она еще. У Амины прогресс. У нее такие стопы большие. Подай свой. Какой ты размер ноги носишь? Размер ноги какой носишь? Не знаешь, беги. Мам, поймали ножку с пальцем. Нет, Полина, надо поймать бедро. Нет, надо махнуть. Давай, давай, Лиза. Аня, махнуть надо. Ты столько ж повторять. На локоть все опустились. Оп. Так, Ира, ну хорошо. Так, смотри, Лизка. Так, подобри себя посильнее. Не надо голову взять. Смотри. Оп. Это ножка прямая. Угу. И локоточком вперед. Ну, ногу вытяни, заднюю, нижнюю, коленку выжми, вот. Девочки, вы все ручку загибаете вот сюда и пытаетесь поймать ногу. А нужно, чтобы ручка была ровненькая.
зажаты. Нет, стопы снять с пола, они лежат. Стопа лежит на полу, чтобы всем было видно, пальчики должны быть зажаты. Тогда я говорю, снять пальчики с пола, вот, смотрите на лицо, сними пальчики с пола. А теперь сними пальчики с пола. Ну, зажми, как ты нажимала. Вот так. Это называется снять пальчики с пола. То есть у вас в ножках вы зажимаете конфетку, помните? Мы говорили. Хорошо, вытянули. Коленочки, вот так, пальцы с пола, пошла же таз вперед, вперед, молодец, взялась и встала, раз, и пошла волна, раз, и два, пошла, руками, вот, делай, да хватит, волна, куда ты голову запрокидываешь, что ты делаешь, посмотри на Виолетту, посмотрели все на Виолетту, поехала, руками только. Ручки вытянуть и встать, и волна пошла. Раз. И встала, на ручки посмотрела. Два. И опять мощь. Раз, плечиками, плечиками, плечиками. И два, подняться. Ой-ой-ой, позорище ты мое, давай. Куда ты, Лиза, голову запрокинула? Поэтому у вас плечевой пояс вот такой вот. А мне нужно вот такой плечевой пояс. Голова у меня вот здесь. Я туда ее не заваливаю, ровно. Давай, ягодица, обе вперед. Бери, бери с руками, недалеко, руки сразу к ногам. Молодец. Давай. Раз. И голову держи. Держи! Руками! Руками! Голову держи, только руками туда. Минуту. Давай, давай, бери, бери. Вот так и встала. И волна опять. Кто меня звал? Давай. Нельзя, ты ничего не делаешь. Мы не делаем шпагатов сейчас. Вот ты не поверишь. Да, Виолетта, кто еще сделал? Раз, сделала, два, три, четыре сделала. Давай. Я уже сделала. Я не видела. Анечка, умница. Ручки вытянула. Девочки, должны втянуть, вот его опять запрокинула. Смотри на меня, ты ручками опускайся, давай. Нет, не куда голову, Велислава? Где, где? Не запрокидывай. Голову вот здесь. Оля, это неправильно. Ну, кто мне покажет? Таня, давай. Ну, раз, волна, два. Держи голову, не опускай. Нет, не надо туда опускать. Держать до конца и стать так же головой. Ну, все правильно. Пяточки вместе, носочки вроде. Пошли, делаем книжечку, встаем.
берега. Велеслава, если бы ты делала правильно, ты бы никогда головой не ударилась, потому что вперед идут руки. Девочки, для чего мы руками идем? Чтобы нам мы головой своей не ударились. У нас руки вначале идут, а у вас идет голова вначале. Готовы. И встали все. Я не вижу рук натянутых. Я вижу вот такие бабы-ёшкины лапки. Вытянули пальчики, натянули красивые, красивые пальчики. И стол, голова. И встали, змейка. И встали, стол. Гимнасток вижу, животик, столик, столик, столик. И поставили как можно ближе к пяточкам ножки. И встали. Раз, ножка аккуратно. Два. Стол. Складывайся. Не за, нет, за ноги. Давай. Не, ножки шире поставить. Ага. Вот так. Давай. И к ножке. За ноги взяться. Нет, горшек, мне не надо так, мне это некрасиво. Ты тебе такими руками, как бы нега пошла. И раз, мы подходим к тому, чтобы взяться руками. Да, горшек, молодец, сделай, Алиса. Ты должна взяться за ноги, давай. Только стол сделай. Стол, стол, бери, бери. Выпрямляй ноги, выпрямляй головой копе. И встала. Вот это самый идеальный мостик. Вот такой мостик должны все научиться делать. Поехали. И последний раз делаем. Хорошо, теперь на шпагате. На поперечный, лицом ко мне все. Хорошо. А теперь на поперечный шпагат. И что мы должны сделать? Мы должны выжать свои стопы. И снять пятки с пола. То есть пятка снимет. У тебя стопы натянуты, посмотри, впереди тебя Федотова сидит. Стопы, Федотова. Аня, стопы. Аня, стопы. Пальцы зажимай. Зажали ножки. Зажали. Из этого положения повернулись к окошку на правую ножку. На правую ножку. Выжали впереди ногу. Переднюю ногу оторвали пятку от пола. Раз, сиди. Два. Велеслава, проснись. Оля, зачем ты легла на ногу? Как ты повернуться могла на левую ногу? Медведева, на правую ногу мы все повернулись. Ты не могла повернуться, если только через другой бок. Впереди ногу натянули все. Руками ее не трогаем. Выжимаем. И раз, Дорофеева, сзади ногу натяни. Выпри, ровно положи. И раз, и два. И три, горшок, у тебя стопа болтается. Натяни стопу и выжимай вот такую ногу. И раз, и два, чтоб я не видела, что твои пальцы болтаются. И раз, и два, и три, и... Аня, ты стопы свои когда-нибудь натянешь, а? Но почему я должна тебе делать замечание? Я не люблю ненатянутых ног, болтающихся стоп. Терпеть не могу. Натянули все свои ноги. Стопу натяни, колено выжали сзади, поехали, выжимаем. И раз переднюю ножку, два, три, так, когда ты эту ногу заворачиваешь. Алиса, ты кривая сидишь, разверни так. Ногу заднюю поправь, ровно положи, она у тебя криво
сказала, ты мне что вывалилась на живот? Разверни туда два плеча. Вот так. Федотова, кто тебе разрешал так разворачивать? Вот туда. Все повернули два плеча. Ноги натянули! В чем вопрос? Стопы натянула. Вот так. Разверни туда, Гордеевская! Раз, выжимаем ножки, ручки лежат, спинка ровная. Раз, натянутые ножки. Я буду сидеть нормально. Два, три. Бакчебаева в переднюю ногу, выжимаем пятку, открываем от пола. Четыре, пять. Выжимаем пятку на тени шеи. Семь, а вот. И теперь поворачиваем на подвижный шпагат. И сразу самые красивые ноги смотрю. Самые красивые ноги смотрю. Выжатые стопочки, натянутые пятки, пола и катаются. Я говорю, вот это самые страшные ноги. Это не натянутые стопы совершенно. Это красивые стопы. Ты уродовшие ноги. Натянули ноги, шею показали мне. Шея. Бакчебаева, это стопы совсем не натянутые. И повернулись туда, на левую ножку. Раз. Натянули ноги, дальний самолодец. Сразу повернулись и сразу пяточку оторвали. Сразу пяточка оторвана от пола. Раз. Два. Натянули ножки. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Натянулись сильно-сильно ноги. Поворачиваемся на поперечный шпагат и сразу выжали свои колени. Сразу Медведева выжали колени. Стопы натянуты. Натяни стопы, выжми колени. Хорошо. Следующее упражнение. Поднимаем прямую ножку. Не надо махать ее. Ее нужно поднять и взять рукой. Поднимаем. Неправильно, вот так, правильно. Вот так. Теперь из этого положения мы переворачиваем. Не надо ее затягивать, ты сейчас не вывернешься. Мы должны вывернуться на живот и перевести ножку назад. Да, Коршик, только держа рукой. Уже это делали. Так, еще раз легли все на бочок. Натянули ноги. Научимся пока просто поднимать натянутую ногу. Раз. Взяли с ручкой. Два. Переславочка, солнце мое, неправильно ты держишь. Дорофеева, проснись, мы уже сделали. Проснись, кума, нас обокрали. Ноги натянули. Велеслава, поднимай. Натянули ноги! Гордеевская, убери руки, натяни ногу. И натянутую опустили, натянутую Коршиком с тобой. Долго лежать. Еще раз. И раз, натянутые ноги! Взяли рукой, раз, завели за ушко. Два, подтянули. Медведева, сделай нормально на локоть. Почему у тебя согнутые Федотова ноги? Почему у тебя согнутая нога наверху? Раз, ты куда легла? Куда ты на задницу легла? Ну не могу я, ну поправьте их, пойди. Бери с левой ручкой и затягивай. Только не за носок, дальше возьмись. Вот, да? И за плечо. За плечо еще на бочок положи. Ну, на лопатку. Вот так, вот так, больше. Так, натяни больше. Да, в принципе, ну хорошо. Другой рукой теперь. Другой рукой. Вот
Вот так вот нужно, как горщик. Дорофеева, ты чё? Вот тут берись, Амина. Лиза, ты чё? Лиза, посмотри на горщик. Ну, ну, давай. Давай, ложись на бочок. Ну, молодец, горчевой. Почти сделала. Оля, вот на растяжке поперечь. И дофига, возьми другой рукой. Вот так, видишь, дальше. Все правильно, да? Дальше, видишь, да, ну. За голову, голову высунь, вперёд. Вот, еще на бочок ложись, ложись. Аня, давай, растягивайся, давай. Горшек, стопы натяни. Алиса, не заваливайся. Я, Лиза, положи, она как все время выгибает. Я не пойму, почему кто-то взялся и лежит, кричит и терпит. Взять противоположной ручкой ножку. Да, да, поехала, Аня, да. Ручку эту вытащи сюда. Вот так, да, и держись впереди. Сапу натяни на ножки, умница будешь. Молодец. Аня, умница. Ну чего? Все, может. Мирослава на подкачку. По сколько раз они там? Да, настоятельно делают. Она тут меня добивалась, когда... Лисонька, давай.